Боже, молимся и Тебе просим, Отца, Слова Господа и Бога нашего, милостивным оком призри на нас, грешных и недостойных, пребывающим всем дому небоподобном, вселенная похвале, жертвенница истинным неизреченные славы, и не спасли Пресвятаго Духа Твоего на нас и на наследие Твое, и по божественному Давиду обнови в сердцах наших дух правый и духом владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храма освящения, по любви к Тебе, Богу, тщательно оставление и согрешений подашь. Даруй им яшеко спасение прошение, воздвигни их деланию заповеди Твоих, даруй им обновление дара Святаго Твоего Духа, да неосужденно поклонятся Тебе, единому истинному Богу, Игоже послал Иисусу Христу молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.